Друзья, друзья, подписывайтесь обязательно на канал. Я вам сейчас расскажу, где мы находимся. Это город Лазурная, Украина, Херсонская область. Тут рядом кемпинг напротив. И вообще по всему пляжу только одни санатории. Вот посмотрите, какой тут песочек. Видите, как ехать сюда, да? Ночью, конечно, здесь комары заедают. Ночью было невозможно вытерпеть. Не знали, что делать. Вот, море такое, видите, чистенькое. Но самое главное, что оно очень-очень мелкое. Вот я захожу, вон, смотрите, видите, как люди купаются, да, тут 100 метров, и оно, как бы сказать, мелкое очень. Вот. Море такое. Вот, смотрите, как мне по колено, да. Вот моя нога. Смотрите, у меня по колено волна, море в смысле. Медуз, кстати, было много, но сейчас как раз сегодня нету. Ну, в смысле, есть, но очень мало. Вот видите, вот мы идем от моря. Смотрите, как мы далеко прошлись от моря. Вот так. Вот, смотрите. Море видно вам прозрачное. Осы летают постоянно. В море осы. Здесь, видите, хороший кусочек моря. Вот так вот надо ходить, ходить и выискивать кусочек моря. Да, Валера, я тебя заснимаю, вот смотри. Вот смотрите, море. Хорошо, конечно, ехать на машине, мне кажется. Море очень мелкое, друзья. Вот смотрите, как я уже далеко отошел. Вот смотрите, как я далеко отошел. Море очень мелкое. Вот, смотрите, мне только по колени, видите? С головой? О, я медузу коснулся, смотрите, ногой. Думаю, что это меня щекотит, а это, оказывается, такая медуза. Вот, видите, медуза. Вот такие медузы очень много тут. Практически от них не спрячешься. А потом дальше осы, такие, видите, осы? Да, а там дальше я прошелся, там медуз было. Ого-го. Ого-го, медуз было. Да. Нам, конечно, таким голубым отдает. Может. Да, медуз много, да. Ну что, если у вас есть автомобиль, конечно, советую ехать. Но на один день, потому что ночью очень тяжело пережить ночь, комаров столько. Надо одевать кофты, куртки, ботинки, носки, шапки, капюшоны. Брать прыскание от комаров, такое же прыскаешься. Вот опять, видите, оса села, смотрите. Бум. Смотрите, о, на телефон села. Фу. Вот здесь, вот видите, прозрачное море. Вот, смотрите, моя нога, видите? Моя нога в капцах. Вот пляж, смотрите. Видите, сгорела нога. Чуть-чуть. Вот наш матрас. Стульчик.